за наших претендентов на значок, и можно дружно считать. Я думаю, что каждый будет считать сам за себя, но у нас сегодня есть волонтеры, которые будут в дальнейшем у нас отслеживать правильность отжимания и количество. Но это у нас первые претенденты на значок. Я думаю, что мы им даем старт, правильно? Начинаем! I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Я like to... Можно болеть за свои. Отпадривай. Кто закончит, поднимает руку. Работаем аплодисменты нашим спортсменам, нашим чемпионам. И, конечно же, они все у нас получают эксклюзивный значок. А значок, я думаю, вручит Олег Борисович вместе с Матвеем Олегом. Доброе утро, дорогие горожане. Сегодня мы с вами отмечаем праздники, большие праздники города. Всегда мы с вами начинаем с утренней зарядки, с бодрости духа, физической культуры. И сегодня мы с вами заряжаемся отличным и хорошим настроением. Сегодня мы с вами живем в молодом, прекрасном городе. Город, который соблюдён в будущее. А это наш общий дом. Я думаю, что все мероприятия, которые сегодня проводятся, и особенно начало со звездами, это говорит о том, что город молодости устремлен к здоровью, к счастью, благополучию, к достатку и стабильности. И подготовка, и здоровье. В общем, секрет города Новочебоксарска. Он вечно молодой, друзья, вечно. Аплодисменты, Он пока будет к вам отжиматься, будет аплодировать. Давай, давай, пацан, давай, работай. Очень много взрослых, сильных людей. Я вижу, у нас есть командир, настоящий начальник военкомата. Он не хочет нас отжаться. Результат какой? 78 раз, друзья, 78. Значок вам. Вам значок специальный. Носите, гордитесь. Подходите, сейчас они все заняты. Тогда отжимаются. Например, показать молодому. Девушкам разрешено с колен. Ничего страшного, можно отжаться и так. Расскажите, как вам? Тяжело? Давай, крошка, отжимайся. Аплодисменты. Поддерживаем, друзья, поддерживаем. Наступающим нашим юбилейным годом. Скажи, пожалуйста, Денис, сложно ли было сегодня отжаться 55 раз? Нет, было не сложно. Работаем, мы все принимали участие, поэтому думаю, что вместе, вместе отжались. Хорошо. А в обычной жизни ты занимаешься спортом? Нет, на данный момент я работаю дома. Работаю дома. Раньше был, в принципе, пытался паркуром. Возможно, это дало мне больше сил. Вот это мероприятие проходило в рамках празднования Дня города. Что ты можешь пожелать нашим горожанам? Горожанам могу пожелать заниматься спортом, быть всегда здоровыми, не забивать на свое здоровье, всегда быть на позитиве, всегда принимать участие в самом городе, жить жизнью самого города и жителей города. Ну, я думаю, сегодня замечательная погода даже увидела, настроение собравшихся людей. И вы видите, сегодня у нас сухой асфальт, хотя прогнозировали дождь. Я думаю, что мы день начали позитива, как всегда, с утренней зарядки. У нас была замечательная звезда, капитан Чебоксарских Ястребов. Я думаю, что всем все понравилось, и был очень забойный конкурс у нас, 55 раз кто отжался, и увидели, что ветераны отжимались с удовольствием, молодежь отжималась, взрослые, и показали супер результаты, люди отжались по 100 с лишним раз, это действительно говорит о том, что у нас нация здоровая, что наш город Новочебоксарск очень спортивный, и у него огромное будущее, он всегда молодой, вы же видели, как отжимались ветераны.
Это супер. Вы тоже сегодня показали мастер-класс. Как впечатления, ощущения? Я, конечно, отжался, не мог пропустить этот конкурс, но основной настрой у меня на завтра. Я участвую в составе команды Соловьев Team Promotion, буду участвовать в завтрашнем всероссийском турнире по кроссфиту и, конечно же, экономлю силы. То есть завтра мы тоже увидим вас, да? Конечно, однозначно. С днем города, поздравления. Дорогой любимый Новочебоксарск, дорогой любимый Новочебоксарск, с днем рождения тебя, с 55-летием. Конечно, всем желаю здоровья и занимайтесь спортом. Это поможет вам всегда находиться в хорошем настроении и быть всегда бодрыми, готовыми ко всем трудностям и ко всем радостям.